этом видео мы подведем итоги к конкурсу, который мы проводили две недели назад. Но, к сожалению, когда живешь на островах и на лодке, то очень часто даже очень маленькие бытовые вопросы сильно влияют на результаты. И вот в нашем случае у нас просто закончился интернет. А так как здесь с интернетом бывают иногда перебои, поэтому мы вынуждены были немного затянуть результаты. Но давайте не будем о грустном. Результаты конкурса мы все же провели. Я хочу вас поблагодарить за такое активное участие в конкурсе. Ну, как вы понимаете, например, конкурс на анекдоты, он был не только связан с тем, что нам нужно выбрать какой-то самый смешной анекдот, а для того, чтобы вы, читая ленту, могли получить удовольствие и получить хорошее настроение. Итак, давайте вернемся к результатам. Первое у нас было, это приз футболка и слоган школы. И победил Вячеслав Сокуренко с слоганом «In sail we trust». Мы видели это же для кайтинга «In kite we trust» уже, но проверили интернет с этим слоганом, и этого слогана нигде нету, поэтому мы его будем использовать. И футболка, которая уйдет вам, будет уже с этим слоганом, мы сделаем вам какую-то прикольную, уникальную, и будет такая, как в этом фильме, у меня и у Майкла Джексона, будет уникальная футболка, которая будет уже с новым слоганом школы. Поздравляю! Далее у нас был приз за лучший анекдот. Итак, победил Андрей У. С анекдотом швартуется авианосец, впереди смотрящий докладывает капитану. До пирса 3 ярда, сэр, 2 ярда, сэр, 1 ярд, сэр, 1 ярд пирса, сэр, 2 ярда пирса. Были еще другие смешные анекдоты, но этот анекдот я рассказывал своим друзьям здесь максимальное количество раз. Поэтому поздравляем вас с бутылкой рома с мартиники. Так, приз номер 3. За то, что нужно было сказать, какая была максимальная скорость у нашей яхты. Так вот, максимальная скорость у нашей яхты была 14,2 узла. На самом деле 14, там, по-моему, и 3. Но неважно, это был самый близкий ответ и самый первый. И победил Владислав Шевченко. И еще мы решили сделать просто один приз, который рандомно выберет программа, когда вводишь свой канал с этим роликом. Он выбирает рандомно участника. Так, это у нас Константин Завалев. Ребята, все, что мне сейчас нужно, это чтобы вы связались со мной. Снизу под видео в описании будут контакты. Это может быть Facebook, e-mail, какой-то другой мессенджер. И я жду ваших контактов и поздравляю вас с победой. А всем, кто не выиграл, я хочу от себя поблагодарить за то, что вы поучаствовали в этом конкурсе. И следующий конкурс, который мы будем устраивать, ну я думаю, что в ближайшее время, вы сможете принять участие и попытаться выиграть. И большое вам спасибо от меня. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. И будем жить крутой яхтенной жизнью, большой яхтенной семьей. Пока!